Всем здорово, народ! И сегодня я поиграю на просто офигительном сервере выживания анархии под названием LLL. А перед началом ролика хочу сказать. Хочешь получить бесплатный донат, но не знаешь как? Принимай участие в моем розыгрыше. В этот раз будет также 6 мест. 6 и 5 место получают у нас Титана. 4 и 3 получают у нас Князя. А 2 и 1 получают у нас Герцога. Весь донат разыгрывается на 90 дней. Как же принять в этом участие? Начиная с 23 года, вам нужно пролайкать каждый видеоролик и написать комментарий со своим никнеймом и, конечно же, подписаться на канал и поставить колокольчик, также вступить в мой дискорд сервер и мой телеграм-канал. А итоги всего этого глобального розыгрыша будут на 15 тысяч подписчиков. Удачи тебе в розыгрыше, моя зайка, и приятного просмотра. Так, что это у нас вообще за сервер? В общем, это сервер просто обычной анархии, где нет абсолютно ничего. Ни доната, ни китов, ни каких-либо приватов и прочей хрени. Я зашел только что на этот сервер, и меня вот этот человек пригласил в свое какое-то непонятное убежище, либо же городок. И сегодня мы будем помогать ему строить город, развивать нашу цивилизацию. Также у нас есть тут кусочки золота, это считается у нас теперь монетками, довольно-таки офигенный сервер. Так что айпишник находится в описании, если вы хотите с нами, так сказать, забыть вот этот, застроить весь этот город, то, в принципе, просим. В общем, тут у нас это называется ССН, Союз новичков. Социалистический союз новичков. Хочешь к нам? Просто построй дом и будь полезен. За воровство изгнание казнь. Не буди вором. Стриги овец, не убивай. Ножницы у Тимона, в принципе. Не ломай чужие постройки, строй свои. Своровал, посев равно посади новый. В принципе, все логично. Это у нас правила вот такие вот. Нужна какая-то вещь, верни позже или замени равноценные. Кто первый построил портал в ад, получит 6 алмазов. Валюта, кусочки золота. Не строй корабли из грязи. А, коробки, точнее, из грязи. Да, я не умею читать, к сожалению. У нас полно дерева и руды. Вот, еда, ингредиенты и инструменты. Давайте мы возьмем себе кирочку, какая тут есть, и лопатку. И немножечко совсем еды. Это, в принципе, вот такая вот у нас офигенная штука. Пойду я, значит, ломать дерево и строить себе какой-нибудь интересненький дом. Так, ну все же, один кусочек золота равно 1.5 алба в обмен со мной. Короче, он меняет вот его дом. Он у нас глава, так сказать, нашего поселения. Ну, в принципе, давайте сделаем свою какую-то офигительную цивилизацию. Погнали, значит, срубаем немножечко дерева, потому что мне нужно построить какой-нибудь красивенький дом, потому что мне назначили роль лесоруба. Дали вот такой вот алмазный топор. Это вообще офигенно, я сказал, я блогер, но мне все равно выдали топор и сказали: иди рубай дерево, ты безработный. Я такой: окей, значит, блогер. О, хорошо, безработный, так, безработный. Значит, немножко будем рубать дерево совсем чуть-чуть и выбивать обязательно саженцы, которые мы должны обязательно потом будем посадить. Ведь деревьев у нас мало, очень и очень мало тут растет. Конечно, этот сам у нас, так сказать, наша цивилизация, наш городок находится недалеко совсем от спауна. Вон, можете посмотреть координаты, кому интересно, можете прийти и посетить наш город. Только, конечно, желательно его не воровать. Если кто-то сворует, то все габела, габела. Хотя, если вы какой-то плохой человек, то можете зайти и нас всех вместе обворовать. Но мы будем очень сильно грустить. Кстати, вижу железо. Железо мне обязательно тоже понадобится, хочу вам сказать. Железо — это прям вообще сок. Сделать себе железную броню — это прям вкуснотень. Просто мега вкусно. Ой, а у меня еще оно фармится. X. Нифига себе какой. Неплохо, неплохо у меня X железо идет. А почему так? Rav Copper 1.17. А, это же версия другая, ёпта. А мне показывают, что это железная руда. Черт. Я с версии зашел 1.16.5, а этот Майнкрафт вообще на версию 1.19. Так что лучше заходить с версии 1.19, ребят. Скорее всего, так тут пчелки летают. Аккуратно, мы улей ваш не трогаем, ребят. Вы не трогаете меня, я не трогаю, в принципе, вас. Рубаем дальше свое дерево. И сейчас нарубаем плюс-минус так себе дуба. Я думаю, нам вполне этого хватит для того, чтобы построить какую-нибудь начальную, ну, чтобы не коробочка была, а что-то интересненькое. Так, наши кусочки золота, валюту мы положим немножко в другую территорию. В принципе, довольно-таки офигенно, если играть городом, там выживать вместе со своими друзьями, можно прийти, поселиться, построить свой домик какой-то. Все довольно-таки неплохо сделано. Плюс, все очень красиво оформлено, мне прям нравится, очень вайбово, если вы хотите с кем-то поиграть, если у вас нет абсолютно друзей, то просто заходите в город в этот, заселяетесь, если
если нет, то могли создать свой город, потом воевать между городами, довольно-таки, в принципе, прикольно. Все это прикольно сделано. Так, и у меня, между прочим, уже 52 срубленных дуба. Мне бы выпал какой-то саженец, я бы там у нас дома все это, в городе засадил бы всю эту тематику, и было бы вообще по кайфорику, просто кайфово, кайфово, кайфово. Ну, 63, я думаю, вполне нам хватит. Да ёпта, куда ты его выкинул, отдай сюда, брат. Так, дуб, мы переделываем абсолютно весь дубик, и окей. Погнали, значит, где-нибудь выбирать себе место для нашего дома. Красивенького, красивенького, красивенького. Для этого я думал, еще мне нужно... О, что это? Это у нас можно такой офигенный проход тут сделать, прям в наш город, через пещеру. Вау. Оу, черт, тут эти сраные чуваки, я не помню, как они называются, но у них арбалеты, которые сносят очень много. Поэтому мы просто убегаем. У нас такие заборчики даже построены красиво, чтобы нас просто никто не смог достать. Ладно, погнали. Тут кто-то построил тоже непонятную башню. Это чей у нас дом? Это дом труда, кузня, плавильня, руководительна. Че? Ага, понял, основатель, генсек, ССН, Тимон. Так, давайте посмотрим, что у него тут есть. Так, еда. В принципе, он умер. Плавильня. Ой, он меня ударил. О, он мне дал алмазов. Халява. Вот твои алмазики. Трать с умом. Спасибо, брат. Так, давайте, значит, за его плавильню немножко кинем. Так, обтесанное дерево мне не надо, вот. Пусть плавится нам булыжник. Булыжник нам, в принципе, потом понадобится. Так, стоп, а мне интересно, вот эта хрень, это что такое? Оно плавится? О, плавится, в принципе, пусть и плавится дальше себе. Погнали, погнали, значит, где-нибудь построим себе мини-хату. У меня где-то тут кровать была, так что это своровал. Ага, я понял, посадил новую. Вот, где-то моя кровать находится, вот она. Вот моя кровать, значит, я расчищаю себе территорию для своего будущего дома. Где-нибудь красивенькую сейчас сделаем себе территорию. Ну, маленькую, я думаю, вполне мне будет достаточно. Фигово, если у нас найдется какой-то вор, жулик, который нас просто ворует. И все, что нам будет с этим делать? Да ничего, мы даже не сможем с этим поделать, к сожалению. И придется просто взорвать все тут хреном. Если реально сделать динамит и просто сделать диверсию какую-то, это жесть. Ну, челу все-таки жалко. Я только зашел на сервер, написал привет. И мне такие, привет, хочешь к нам в город? И я такой... Почему бы и нет? Конечно, брат. Ну, так что город мы свой построили. Так, делаем себе просто хату лакшери. Лакшери виллу. Она у нас должна быть просто мега хорошая, мега красивая. Я думаю, вот так нам будет достаточно. У нас где-то тут будет выход, проходик. Так, я думаю, чтобы не затеснять нашего соседа, мы сделаем вот такое вот расстояние между домами. И будет вполне неплохо. Так, раз, два, три. Тут у нас раз, два, три. Раз, два, три, четыре. И тут четыре. У нас будет такой двойной, в принципе, входик. И довольно-таки неплохой. Так, алмазы у нас имеются. Я думаю, выроем тоже пол. Пол у нас будет, наверное, из шерсти какой-нибудь элитной. Потому что пол элитный, это вообще супер. Так, вырываем, в принципе, всю эту каменную лопатой всю нашу землю, которая нам нахрен не нужна. Аккуратненько всю эту тематику, значит, делаем. Кровать сейчас шотнем, и у нас, к сожалению, по идее, пропадет весь наш спаун. А точка спауна нам нужно будет еще раз переделать. Я думаю, сделаю двойной себе какой-нибудь двухэтажный домик. Потому что двухэтажный, это все-таки больше, покрасивей. И, да, будет, в принципе, офигенно. Так что шотаем, и вот этот камень тоже нам, в принципе, абсолютно не нужен. Мне где-то нужно взять ножницы. Так, давайте попросим у кого-нибудь, в принципе, ножницы. Можно ножницы взять. Опа, тут есть ножницы? Не, к сожалению, у кого нету. Так, давайте почекаем. Так, чел какой-то с костью ходит. Так, тут есть кто-нибудь? Hello? Так, в сундуке. Да пофиг. Давайте, о, ножницы, взял. Валим, просто свалим. Ножницы взял. Валим. Так, быстренько стричь. Состригаем всех овечек. Может их чисто перемножить сейчас? Уф, давайте этим и займемся. Слишком мало у нас овец. Так. Они ж, по идее, едят сено, насколько я знаю. Так, ставим. Засаживаем. Обязательно главное засаживать то, что мы ставим. Потому что хлеб нам все равно будет нужен. Обязательно. Садим. Окей. Оба. Берем, перемножаем вас, ребята. Ребята, плодитесь, делайте мне маленьких овечек.
Обязательно белых, белые, мне обязательно нужны. Все? Все покушали? Нет? Ладно, перемножаем еще у вас дальше. Кто еще? Все? Так вроде всех уже. Нет, кормлю. Но это маленькие, по идее, жрут у меня пшеницу еще. Продолжают хавать. Так, ну сколько там? 3 овечки? Все, 3 хватит. Так, значит, у нас есть такая и такая. Угу. Светло-серая шерсть и белая шерсть. Я думаю, это очень-очень долго мне уйдет строить весь этот пол. Прям максимально долго, ну пофиг. Так, сделаем тут сундучок, значит. Сделаем еще верстак в полу. Я думаю, вот так вот будет красивенько смотреться у нас. И делаем себе немножко совершенно вот таких вот сундучков. Раз-два. И тут один. Все, супер. Прекрасно, так алмазы, это все выкладываем. Оно нам, в принципе, пока что не понадобится. Пойдем вернем ножницы, потому что они нам тоже пока что будут не нужны. Хотя нет, ножницы пока я себе оставлю. Если что, верну потом. Потом как-нибудь верну. Пойдем посмотрим, переплавилась ли у нас вся эта тематика, которую мы закидывали, и вообще, что это у нас плавилось. Пойдем прочекаем. Так, это у нас нифига не переплавилось, серьезно. Да ёпта, надо же было закинуть немного угля. Есть тут что-нибудь, что можно переплавить? Нету? О, уголь. Сопрем уголь. Как хорошо. Как хорошо, когда никто не умеет приватить, и вообще тут нет привата. Прям вообще все спокойненько идет, аккуратненько. Так, мне интересно просто, что это плавится. Вот что это? У меня тут это железно. Железо? А, это какая-то хренотень. Нет, ты мне нафиг не нужна. Мне бы стырить где-нибудь что. Так, ладно, выкладываем это все сюда, хрень. Мне бы нужен камень, по идее. Красивенький камешек для того, чтобы сделать еще покрасивее наш дом. Что там было? Ладно, показалось. Ну блин, вообще так они офигенно все организовали, сделали прикольно. Довольно-таки ССН. АО МММ ССН. Прикольная вещь. Сделаем, значит, себе сейчас быстренько дверь. 3 двери, я думаю, нам будет хватит. И ступенечки. Все, супер. Надо, так сказать, заприватить нашу территорию, чтобы все знали, кто тут живет. Босс. Тут живут боссы. Босс. Мега. Так, все, вообще прекрасно. И давайте быстренько сделаем себе табличку, потому что пометить территорию обязательно надо. Иначе кто-то придет, скажет, все, это моя хата. Я такой, ты что, офигел? Нет, вообще-то это мой дом. Так. Дом. Не. Грин. Ленд. Оба. Пометил. Не входить. Оба. Ауф. Все шикарно. Вообще, мега хороший дом. Так. Погнали, значит, делать быстренько себе какой-нибудь домик. Чтобы просто, если пошел дождь, нам не намочило крышу. Так, приват поставить. Ой, все, сплю. А, там надо, чтобы 3 человека легли спать. Именно весь сервер. К сожалению, они там занимаются, видимо, своими делами. И им абсолютно не до сна. Ну и хрен с ними. В принципе, мне это не особо нужно. Приват поставился, поставился. Ну как приват, точка спауна. Он там дерется. Ту-ду-ду. Убил паука. Мега хороший чел. Так, еще бы запаркурить. Паркур. Все, супер. Так, ну 3 алмаза мне дали. Я не знаю, что мне можно сделать из 3 алмазов, правда. Кирочку себе какую-нибудь алмазную. Давайте, кстати, ее и сделаем. Не хочу ходить железной. Это очень скучно, мега скучно. Делаем себе кирочку. Вот кирка алмазная у нас теперь имеется. Железную выкладываем. Так, давайте посмотрим, что у нас еще есть в этом городке. У нас есть очень и очень интересная шахта. Пойдем, в принципе, глянем на нее. Посмотрим, что у нас в ней имеется. Погнали. Так, у нас тут нифига. Но мы спускаемся вниз. Погнали. Просто ниже. И сейчас посмотрим, что у нас тут. Был убит зомби. Можно было вещи эти подлутать. Тут просто огромнейшая шахта. Непонятная вообще. Вот там локация какая-то здоровая, где спавнится дохренища просто монстров. По идее, тут выживание стоит у нас какое? Нормальное. Ну, нормально, это нормально. Это не хардкор, не сложное какое-либо. Так что норм. В принципе, пойдет. Так, а где я хотел показать вот сам проход в эту шахту? А по идее его... Так, вот эта черная дыра, которая у меня просто не прогружается из-за того, что я играю на версии 1.16.5. Поэтому, если вы будете заходить на этот сервер, обязательно заходите с версии 1.19, чтобы у вас все
хорошо грузилось. Вот, офигенное количество. Просто нет. Так, ребят, все. Лучники, идите в жопу. По мне стрелять точно не надо. Так, ну, в принципе, шахту тоже показал. Нафиг она нам тут не нужна. Эта шахта, в принципе, абсолютно заброшенная. Тут уже нифига нет. Нечего даже просто скапывать. Можно было сделать, конечно, железную себе бронь и радоваться этому жизнью. Но погнали посмотрим, что есть у игроков. Может, что-то своруем. Все-таки. Так, смотрим, что у нас тут. Ничего нет. А тут? Тоже ничего нет. А тут? Даже никакого железа нет. Так, сурово. Пойдем в следующий дом. Так, закрываем. Нас тут типа не было. Пойдем посмотрим в этом доме, что у нас есть. Так, ну кузнецы мы заходили. Вот интересно. Так, пацаны. Что-то тут занимаются какими штуками. Может убить одного из них. Вот я думаю. Ладно. А, он хату себе строит. Хитрожопый. Так, нам надо забраться наверх, так, чтобы нас никто не заметил. Потому что я знаю, там лежат 3 алмаза. Вот. Не трогай пыжи. 3 алмаза. 13 алмазов! Меня тут не было. Так, покушаем. 13 алмазов, ну, в принципе, неплохо, да? Ладно, вернем. Если захотите, кто-нибудь из ролика сами сопрете. Ну, лучше так не делать, не воровать. Хотя, это ж анархия. Тут можно это делать, по идее. Координаты, тем более, я вам дал. Пришли, своровали все. И радуйтесь жизнью. Да. Зря я, наверное, это говорю. По-любому, после видеоролика, через минут 30, этого просто всего уже не будет. Всей этой базы, к сожалению. Но посмотрим. Мне даже самому интересно, кто-то придет, сетнет тут все к хренам или нет. О, ладно. Так, 61 морковку мы еще добываем. Нам бы где-нибудь еще найти жителей, вообще было суперово. Блин, максимально. Ну, хату мы построили. Нам нужно только еще подождать, пока вырастут. О, они выросли, кстати. Повырастали молодежь. Нифига. А молодняк-то вырос. Ладно. Давайте рубаем с вас. И тебя, белый. И еще один белый. Вкусно. Вкусная золото или шерсть. Давайте лутаем еще пшеницку-то там. Пшеница нам тоже обязательно понадобится. Пшеница. И сейчас быстренько их опять поразмножаем. Детей с детьми. Ну офига. Инцест, дело семейное. Давайте, ребят, кто тут? Кто тут хочет у нас кушать? Кто хочет? Так, мне еще экспу за это дают. Вау, вообще классно. Я уже и забыл, что такое Майнкрафт. Размножение. Давай, еще больше. Все, все поели. Молодняк, тихо, не выходи. Бляха, муха. Да черт. Стой. Блядь. Две овцы угнали. Стоять, сюда. Заходим, ребята. Опа, все. Куда вы собрались? Так, все, всех можно. Все, все закончились. Так, кто-то кушать. Так, 4. Так, ну я по идее эту детей кормлю. Их кормить смысла нет. Ля, падла, хотел выбраться. Пошел ты в жопу. Так, ставим себе лакшери опять пол. Максимально красивый будет у нас пол. Уютненький, хочу вам сказать. И шерсти это самое то. Так, дерево у нас еще осталось. Сделать ум. Строит там себе хату. Какой-то чувачок. Красивую. Обидно, если ее снесут. Ну ладно. Так, аккуратненько, чтобы дождь нам, в принципе, не заливал, так сказать, полы. Все, аккуратненько, так быстро делаем. Можно было бы и сделать, конечно, какую-нибудь офигенную... как она называется? Крышу. Прям каким-то наклоном шикарным, но так что-то впадлу. Я так давно не строил дома. Я даже вон обсой закрыл себе дополнительный этаж крыши. Это довольно-таки странно. Ну и ладно, ребят, я, в принципе, показал вам, что имеется такая вот анархия под названием LLL IP-шник. Находится в описании этой анархии. Так что, если вам скучно, и вы хотите просто повыживать с друзьями, либо же с любыми другими людьми, зайти в этот наш городочек, так сказать, познакомиться с нашими ребятами, то заходите. Айпишник находится в описании. А всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте принимать участие в розыгрыше на герцога и не только его. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока, ребят.